Во главе парадного расчета стоит новая моторная лодка, которая идеально подходит для водолазных работ. Это вот моторная лодка «Русбот», она основная задача – это проведение поисково-водолазных работ. То есть какие у нее особенности? Это низкие борта, и она устойчива. Уже сегодня новый катер отправится патрулировать акваторию рек Белой и Уфы. А вот снегоходу со вступлением на службу придется подождать как минимум до ноября. В основном будет использоваться зимние условия, проведение поискового мероприятия – это в природной среде, поиск, эвакуация пострадавших. Среди новинок и квадроцикл повышенной проходимости. Он может преодолевать грязь, крутые горы и даже бездорожье. Здесь одеяло для пострадавшего, аптечка, тут перевязочный материал, шины, воротники шанса, бензопила, носилки, веревка, топор, лопата. То есть все необходимо для того, чтобы пробраться до пострадавшего и эвакуировать его. Он, как и моторная лодка, на боевое дежурство встанет уже сегодня. Грибной сезон не за горами, а значит, количество потерявшихся в лесу может увеличиться. И для их поисков этот агрегат придется как нельзя кстати. Замыкают парад две Нивы тоже повышенной проходимости. Они предназначены для оперативной доставки руководящего и личного состава к месту спасательных работ. Конечно же, хотелось бы выразить огромные слова благодарности от себя лично и от личного состава поисково-спасательного отряда за то, что глава администрации Ратмир Афилович поддержал таким количеством техники, которая, конечно же, спасет не одну человеческую жизнь. Ключи от новой техники сотрудникам управления гражданской защиты Уфы вручил первый заместитель мэра города Сергей Кожевников. Он отметил, что в работе, где счет идет на секунды, медлить нельзя. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы облегчить труд спасателей. Ильсия Армухидинова, Марат Кашапов, вся Уфа.